добро пожаловать на хоккей. Отправляемся в подмосковные Мытищи для того, чтобы пронаблюдать за противостоянием двух слабейших команд континентальной хоккейной лиги на данный момент. Кунь-Лунь принимает рижское «Динамо» с разворота. По-моему, шайбу, я уж не знаю, то ли бросить, то ли направить на Микса Индершиса, который смещался на дальнюю штангу. Но вот сейчас очень неплохо активно включились в игру рижане. Передача на пятачок, и шайба в сетке ворот. И забрасывает ее он даже Витасик, а передачу ему делает Микс Индершис, насколько я понимаю. Вот так вот первое звено очень хорошо сыграло в атаке у рижан. Во-первых, перехватили шайбу. Ну и поздравляем Витасика. В четвертом-третьем звеньях. Сейчас Лукас Локхарт играет во втором звене. И вообще вот его включение как раз в игру команды в предыдущем эпизоде позволило сохранить шайбу в зоне. И опять мы видим, доводит ее очень спокойно до Станислава Галимова, китайские хоккеисты. Паршин бросает и отбивает. Ну, Спенсер Фу, старший брат Паркера Фу. Несколько лет у них есть разница. Так что вот два брата и Николишин. Хороший момент у китайской команды. Вот это уже слишком сложная передача. И неточная между ног с Проулу шайба летит. Нужно опять выходить всем из зоны. Ошибся Челиос. Перевод. И Челиос добивает. Шайба в сетке. Ну что, исправилось звено Кейси Уэллмана. Опять потеря шайбы и хороший розыгрыш. Индрашис гол. Вот так вот здорово разыгрывают против четвертого звена Кунь-Луня шайбу хоккеисты первого сочетания. Второй гол рижан как раз за авторством именно первого звена. Опять не удалось шайбу из зоны выбросить. По-моему, Пидан. Рижане сохранили в зоне. И можно попытаться третью шайбу забросить еще до сирены. Паршин. Передача. Неплохо. Бросок поворотом. Добивание. Очень неплохо рижане разыгрывали шайбу. Букерц добивал. Мерфи. Ну вот Тайлер Вон, поперечная передача. Здорово под бросок выкатывают эту шайбу. Потолкали там прилично Эйтона Уэрека. Бросал Кейси Уэллман. Солидный перевес у китайского клуба. 8-3 по вбрасываниям. Это все перевес во втором периоде. И 28 секунд пока Рига провела в зоне атаки. Но где-то мы это уже видели. Вот сейчас, пожалуйста, момент возникает у рижан. Опять неточный пас. Можно бросать. Шикин вылавливает шайбу ловушкой после броска Мартинша Дзиеркалца. Отличная передача на пятачок. За спину была исполнена. Пока сложно сказать с кем, но Чернов должен радоваться сейчас заброшенной шайбе. Великолепный пас, и ему выдал партнер на повторе. Сейчас все разберем. Там и партнеры, глядишь, поменяются. Зиле. Да, это уже... Нет, пока не меняются партнеры. Тройка Чернова опасна! Поднимает шайбу Паршин! Как же он расстроился, что не попал. А ведь момент действительно был идеальный для того, чтобы забить еще одну шайбу. Уэрек уехал с пятака. Поменялся Шинкоруком. Бросок и гол! И шайба в сетке ворот. 3-2. Очень быстро реализует это удаление хоккеисты китайской команды. Шинкарук. Пятая шайба в сезоне. И 12 набранных очков у Шинкарука. Неудобно было бросать в касание Шинкаруку после этого паса Уэллмана. Снова Шинкарук. Бросок. Гол! 3-3. Ну как же расплачиваются быстро за эти удаления хоккеисты рижского «Динамо». Пора что-то с этим делать, но нельзя удаляться. Что, Шинкарук опять. Сунд
Опять заблокирован бросок. Еще одна попытка. 4 заблокированных броска уже в этом большинстве у китайской команды. Индрашис. Гол! По-моему, шайба попала кому-то и срикошетила прямо между щитков Шикину. Сейчас будем разбираться. Ну, Индрашис сегодня просто герой матча наряду с Шинкаруком. Гол! 4-4! Это Тайлер Вон! За 20 секунд они реализовывают большинство. Ну, здесь Кейси Уэллман отдает Тайлеру Вону. И в мамчицах, кстати, шайба попадает в его конек. А Тайлер Вон оказывается первым на пятаке. Так что будем булиты смотреть, судя по всему. Паршин. Тони Сунд. Привет шайбу. Тони Сунд. Бросок! Повороту! Гол! Паршин! За 12 секунд до конца овертайма приносит Риге все-таки победу. 5-4. Вторая победа над Куньлунем за последние 4 игры, которые команда провела в регулярном чемпионате. Выиграли 5-3 в Риге, выиграли 5-4 в овертайме. Здесь Денис Паршин очень вовремя накатил на пятак и расстрелял Шикина. И все. И улыбка Дениса Паршина, которая озаряет его лицо. Рига догоняет Куньлунь по набранным очкам.